Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу, друзья, поделиться с вами новым ботом. Значит, по сбору криптомонеты Shiba Uni или Uni. Кого заинтересует, перейдя по ссылочке в закрепленном комментарии, вы попадете на такой вот бот. Значит, кликните «Старт». Здесь вас поприветствуют. Далее вы готовы зарабатывать. Вот это все прочтете. Выполните все действия и получите вознаграждение 15 тысяч вот этих монет Shiba. Далее кликаете «Войти». Вам пишут: укажите ваш аккаунт. Аккаунт в Instagram нужно указать только username. Я прописала свой Instagram. Сейчас я вам покажу. Вот ваш username без собачки. Просто копируете у вас свой username и вставляете. Кликаете «Отправить». Далее они просят подпишитесь на их Instagram. Копируете вот эту ссылку или кликаете, как вам угодно, и подписываетесь на их Instagram. Я подписался на Instagram. Далее кликните. Идет проверка подписки, ожидание 5 секунд. Далее. Отлично. Теперь важно понять, что вам нужно выполнить. Это как букс и рекламная площадка. Чтобы определить дальнейшие действия бота, нажав на кнопку «Хочу зарабатывать», вам предстоит пройти капчу длительностью в 10 секунд, после которой вы получите первое вознаграждение. Или запустить рекламу. То есть, или вы хотите зарабатывать, или рекламировать свои проекты. Я кликнула «Хочу зарабатывать». После чего нужно сделать? Подпишитесь на эти каналы и получите вознаграждение 15 тысяч монет. Я подписалась вот на 10 вот этих каналов. Кликала. Тут потом стрелочка. Подписалась, потом на стрелочку возвращалась. Подпишись на всех спонсоров. Нажми кнопку ниже. Общий банк Shiba. Там важно. Отписка от спонсоров грозит бану без возможности вывести деньги. Так что просим не отписываться от спонсоров. После чего, как я подписалась на все вот эти каналы, нужно ввести капчу. Вот она, вот эта капча, вот эти буквы и цифры. У вас будет своя, на каждый раз разная у всех. Вот я ввела. Чтобы продолжить, введите капчу и получите свои первые монетки. Да? Так, спасибо за подписку на все спонсорские каналы. Ваш баланс только что был пополнен на 15 тысяч монет. Приглашайте друзей и зарабатывайте больше. Значит, это я уже начала гулять по боту этому. Значит, я тут далее ко мне, я выложила у себя в Инстаграм, и пошли люди. Я пригласила человека, мне дали 1000 монет. Это я начала смотреть баннеры. Все я просматривала, это я тут все кликала, все гуляла. Да, сейчас я вам все покажу. Это я нажала на рекламный кабинет. Рекламный баланс вот тут у меня. Далее мой профиль, мой ID партнеров 1. Вот у меня баланс мой. Так, статистика Shiba. Это у них есть чат. Это я вам сейчас все покажу. Опускаемся в самый низ. Так, значит, давайте теперь посмотрим, что здесь такое. Так, сейчас, ребятки, вот сюда кликните. У вас будет ссылочка на чат. Вот она, чат. Кликайте. И попадаете к ним в чат. Следующая вкладочка «Партнерская программа».
Кликаем. Партнерская программа Шиба Юни. Зарабатывайте деньги на приглашениях активных рефераров. Рефералов. Заработок здесь по линиям. Здесь реферальная программа аж 5 уровней. И находится ваша партнерская ссылочка. Вот она. И минимальный вывод от 200 тысяч вот этих монеток. Далее вкладочка «Мой профиль». Значит, у меня на данный момент 17 240 монет. Два партнера у меня есть. Ну, ID, ваш Инстаграм. И выведено по нулям. Значит, здесь изменить Инстаграм. Пополнить нам не надо. Вывести вкладочка. Видим, да, это все в профиле. Вывести денежные средства. Когда будет что выводить, минимальный вывод составляет 200 монет. Так, здесь вопросы-ответы. Кликаем. Здесь вот, пожалуйста, это все можно прочесть, изучить. Статистика Шиба. Общая аудитория. Вчера вот поздно вечером он стартовал. И уже довольно-таки почти 5000 человек. Все активные. И уже пошли выплаты. Дни проекту 2. Так, это что? Статистика. Можно играть в игры. Здесь я не советую. Можно и проиграть, как бы, да? Это рекламный кабинет. Здесь я ничего не буду, как бы, рекламить. Буду работать только на вывод. Вот у меня на балансе мои монеты отображаются. Можно купить рассылку, запустить баннер. Полная информация. Далее смотреть баннер. Вот это я вот пропустила. Кликаем. Ну, пока нет. Значит, у вас появится рекламка. Я вчера смотрела вот эту рекламу всю. Значит, что я делала? Я вот кликнула смотреть баннер. И здесь у меня... Подождите, ребятки. Сейчас я вам все покажу, чтобы вы хотя бы знали. У вас появится баннер, да? И вы что делаете? У вас появляется баннер. Так. И нужно кликнуть, что... Ну, вот будет у вас «Заберите монетки», вы кликаете просто. Подписываться не надо. Ни на что это все. Просто забрать монетки, как бы, чтобы монетки, как бы, поступили на ваш кошелек. Я думаю, ну, разберетесь, это несложно. Ну, вот у меня баланс пополнился на 40 монеток. Еще на 40 монеток. Я вот тут все собирала. Еще на 40 монеток. Как бы, вот это все... Я тут поработала. Далее по боту это все. Давайте теперь перейдем. Так, по Инстаграму я сказала. На CoinMarketCap. Друзья, вот монетка Шиба, она на 11 месте. На CoinMarketCap. Вот. Я думаю, это неплохо. И мы будем собирать эту монетку. Не факт, что, как бы, она может вырасти, как бы прогнозируют, что она будет, как и Dogecoin. В общем, это покажет только время. Правильно? Я люблю всякие криптомонеты вот собирать. И вот у меня вот есть монета Zen. Я ее начала собирать. Она стоила то ли 1 доллар, то ли 3. А сейчас она уже более 80 долларов стоит. Представляете, да, это вот сколько я там собираю. И выводить вроде бы вот эту Шиба. Подождите, ребятки. Так. Мой профиль. Вывести, изменить пополнение. Вывести средства, минимальный вывод. Вот я не знаю, то ли на обычный. Будем потом уже это, как бы, вот Шиба. Она на Binance торгуется, ребятки. У них, если мы кликнем вот эту монетку Шиба. Опускаемся ниже. Сейчас посмотрим биржи. На каких биржах она торгуется.
Грузит. Грузит, грузит, грузит. Так, загрузилось, да? Так. Это график. Вот. И вот биржа Binance на Coinbase. Опять же, Binance. И вот такие вот, как бы, пары, с какими она торгуется. Shiba USDT. Вот. Это все можно, как бы, потом обменять, выводить на биржу. У меня Binance. Мне, конечно, лучше. Ну, у меня есть Coinbase, ну и Binance. Я там уже посмотрю, когда будет что выводить. Даже если на биржу выводить. Вот здесь кликаем. Вот. И вот она, Shiba. И здесь нужно выбрать сеть будет. Или просто, как бы, вот Shiba. Так, это не то, ребятки. Вот. BSC, Binance Smart Chain. И вот он адрес. И минимальный ввод на биржу вообще. Ну, что-то и нет минималки. Да, вот видим, минимальная сумма ввода. И вот он наш будет адрес. Но это все будет, ребятки, потом. Нужно насобирать минималку, а потом уже ставить на вывод. Кому интересно, заходим. Но не интересно, друзья, проходим мимо. Здесь все легко и просто, как бы. Я думаю, заработать можно. Тем более уже пошли первые выплаты. И, насколько мне известно, платить он будет 100%. И напоминаю, что старт был вчера. Вот. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.